Приветствую всех! Очень рада вас вновь видеть. Хочу поблагодарить человека, который на прошлой неделе прислал мне огромный донат. Для меня это было вот прям, не знаю, с одной стороны удивление, с другой стороны такой радости, очень-очень приятно. Сумма была достаточно большая. Вот, и, к сожалению, я не знаю имя отправителя, но в любом случае я благодарна. Мне было вот прям приятно. Так, еще раз огромная благодарность. И я благодарю вас всех за ваши комментарии, за теплые слова, за то, что вы остаетесь со мной, за вновь прибывших. Это тоже очень радует, когда, знаете, люди пишут о том, что вот я недавно вас открыла, ой, столько интересного, это вот прям... Очень приятно, потому что где-то в какой-то степени, знаете, мне это напоминает школу, да, когда приходят первоклашки, обучаются, заканчивают свое обучение, да, выходят уже выпускники школы, и когда уходят там 10-11 класс, да, то снова вновь прибывшие первоклашки тоже как-то вот с таким трепетом встречают свою учительницу и учительницу своих первоклашек. То есть вот как-то какое-то такое у меня ощущение, да, люди проходят, уходят, приходят, да, кто-то развивается, кто-то уже вырос и идет дальше, и, а ты остаешься на том своем прежнем месте, да, и делаешь то, то, что любишь в первую очередь, да, и самое главное, остаешься проводником. В общем, такое, очень трогательное, чувствительное и приятное. Сегодня мы с вами сделаем расклад на тему, насколько вы можете реализоваться в выбранной вами сфере. Иногда бывает хорошо, если, допустим, сфера своего развития, которую вы выбрали для себя, это действительно ваша цель. А иногда бывает это как-то, ну, может быть, навязанное, может быть, когда мы кому-то что-то хотим доказать и идем туда, куда на самом деле нас и не тянет. Иногда это какая-то вынужденная позиция, да. Ну, то есть причины разные бывают. Ну, да все-таки мне хочется посмотреть. Либо кто-то, знаете, думает, предполагает, что вот, а если я выберу вот эту вот сферу, да, получится у меня или нет. Вот об этом я и хочу сегодня сделать расклад. Итак, позиции перед вами вы видите. А тайм-коды есть в описании. Ну, а мы с вами приступаем. Итак, позиция номер один. Голубенький камешек. Смотрим. Сферу, которые вы выбрали для себя, да, в какой сфере вы хотите развиваться, что нам покажут здесь. Рыцарь Пентаклей, что это за сфера? И Королева Кубков. Смотрите, здесь может быть сфера, она с одной стороны как-то для вас тревожна, то есть какие-то переживания есть. Я не могу прям сказать, что сильный какой-то стресс, но иногда периодически на вас такое накатывает. Эта сфера связана с материализацией каких-то идей. То есть у вас есть какие-то идеи, и вы на них хотите зарабатывать. То есть это может касаться чего угодно. То есть это может быть, там, я не знаю, создание каких-то продуктов и в дальнейшем его продажи. Эта сфера однозначно связана с услугами, да, с предоставлением каких-то услуг. Но с одной стороны, она и творческая, да, потому что эта идея, невозможно сказать, что вот они прям стопроцентно связаны с IT, например, системой, да, где там нужно что-то продумывать либо с математикой, либо с точными науками. Нет. Здесь присутствует что-то, что связано каким-то образом, может быть, с интуицией, может быть, с воображением, может быть, это, там, я не знаю, абстрактные какие-то моменты, то есть это может быть изобразительное искусство, это может быть создание фильмов, клипов, то есть здесь присутствует творчество, но... Это не просто творчество, что я делаю, а это вот вы как будто бы черпаете какую-то информацию с информационного поля. То есть вы откуда-то берете эту информацию, да?
с более тонкого плана, что ли, и вы ее реализовываете. То есть не всегда здесь получается реализовать свою задумку. То есть как будто бы мыслей, идей очень много, а как это из этого сделать продукт и продать, вот здесь еще не совсем может быть понятно. И вот как раз-таки вот эта вот королева кубков, она и говорит о волнении. Ну-ка еще я попробую более точнее понять, что это за сфера. Да, здесь аркан мага выпадает. Эта сфера, ну, как минимум, вы в ней являетесь главным. То есть либо вы работаете на себя, либо вы ведете здесь какую-то лидерскую позицию. То есть это однозначно не на каком-то мероприятии, предприятии, ну, то есть это не на заводе. Если даже вы работаете где-то на кого-то, то здесь какая-то такая профессия немножечко творческого порядка. Вам, например, нужно решать какие-то сложные задачи, но подход к этим сложным задачам, он выходит немножко иррациональным. То есть, например, там, я не знаю, кризис-менеджер, да, когда вроде бы такая ситуация достаточно сложная, ты опираешься на свой интеллект, но подход ты должен найти немножко нестандартный. Также эта сфера может быть связана с речевым аппаратом, то есть это могут быть логопевты, это могут быть, там, я не знаю, спикеры, озвучивание каких-то книг, фильмов, то есть либо передача какой-то информации, журналисты, там, я не знаю, фрилансеры, которые пишут статьи, писатели, то есть вот где можно использовать слово как передачу информации, в том числе и психологи, гипнотерапевты. То есть здесь такой спектр достаточно большой, но я не вижу, чтобы здесь были точные науки, сразу скажу, и это не связано ни со спортом, это вот больше как-то все-таки с интеллектуальным, интеллектуальная какая-то работа, но с творческим каким-то уклоном. Так, про эту сферу мы будем говорить. Можно ли вам в этой сфере реализоваться? Ну, пятерка жезлов говорит о том, что и король мечей, придется побороться, да? То есть просто здесь не будет. Здесь нужно будет очень много думать. Вот как раз я говорила о том, что заземление своих идей, да, вот если это услуги, то здесь вопрос не в придумывании услуг, а именно в продажах. То есть здесь вот сложность будет в этом. Побороться, да, нужно будет. Вы должны показать себя конкурентно способным человеком. Но здесь вот по королю мечей я все-таки вижу человека, который как-то удаляется, отстраняется. Вроде бы вам нужно проявляться больше как-то активности, а вы не то чтобы пренебрегаете. Хочется сказать, вы как этот, как Зевс, сидите на Олимпе и смотрите на все свысока, сверху, да, и по необходимости, да, можете сбрасывать молнии. То есть метать молниями, когда это необходимо. Но в большей степени вот вы как будто бы отстранены и наблюдаете. Возможно, это рекомендация о том, что не обращайте внимания на конкуренцию, на какую-то борьбу. Не обращайте внимания на внутренние, может быть, у вас есть тоже внутренняя какая-то борьба в плане того, что, ну, может быть, не получится, может быть, не удастся. Либо если есть какие-то притирки, если вы работаете в коллективе, не обращайте внимания на какие-то конфликтные ситуации, которые вот вам бросают некий такой вызов. Иногда могут брать вас, например, на слабо, то есть за какое-то искать какие-то уязвимые места. Вот вам этого делать не нужно. Если мы говорим, отвечая на вопрос, можно ли реализоваться, по королю мечей я могу сказать, что да, но здесь вот очень много мыслительного процесса, и если вы выстроите какую-то определенную конкретную стратегию,
Если вы перестанете как-то вот, знаете, как маятник раскачиваться в одну и другую сторону в плане неуверенности. Ваша неуверенность, она связана как раз-таки с выбором. То есть если вы не будете бесконечно что-то выбирать, вот это или вот это, вот это или вот это, а у вас будет какая-то конкретная такая позиция, вот я иду в этом направлении, все, хочется сказать, как-то вот напролом, то да, здесь вас может отвлекать очень многое, да, по королю мечей, вот эти вот мои мысли, мои скакуны, то есть в голове есть эта идея, это хочется реализовать, и это хочется реализовать. И вот, и вы как будто бы уходите от самой сути. Здесь суета какая-то присутствует. Вам нужно иметь холодный разум для того, чтобы реализоваться в этой сфере. То есть четко иметь направление, быть ясным, понятным. Вот, и вот как-то продуманным, хочется сказать. Хорошо, что вам нужно для того, чтобы реализоваться в этой сфере? Ну, во-первых, тройка педаклей говорит о том, что необходимо работать над вашими новыми мечтами, да, что-то постоянно создавать, что-то постоянно творить. Возможно, для кого-то необходимо работать в команде, да, не в одиночку. Вот вам это будет достаточно сложно, потому что сферу, которую выбираете для себя, она идет по магу, а маг – это единоличник, да, то есть, вот, как я уже сказала, у него лидерские качества идут. У короля мечей тоже он не приверженец групповой работы, вот, командной, групповой, командной. Но все же вам, знаете, вот, а хорошо было бы, да, чтобы с вами были люди, как минимум единомышленники, которые бы вас понимали. Вам вот в этой сфере необходимо будет постоянно развиваться, постоянно как-то свои навыки оттачивать. То есть нет такого, что вот вы что-то изучили, вы уже хорошо как-то вот как мастер устаканились, да, и вот на этом зарабатывать. Вам постоянно надо будет что-то новое в себе развивать, открывать. Да, вот четверка пентаклей как раз и говорит, что не надо вам стагнировать, не надо держаться за какие-то былые успехи. То есть вот вопрос комфорта тоже, да, не нужно вам стремиться к комфорту. Здесь наоборот, по тузу кубков вам нужно, хочется сказать, вот какой-то, здесь еще была пятерка жезлов, да, какой-то вот мозговой штурм постоянно, в плане как-то вот души, что ли. То есть что-то новое постоянно должно рождаться, что-то вас должно как-то вот мотивировать. Переживать. По тузу кубков тоже могу сказать, что вам не нужно здесь переживать, волноваться по поводу финансов. Здесь очень важный момент, то есть то, чем вы занимаетесь, занимаетесь, а вот как будто бы вам не нужно думать о финансовой стороне вопроса. Она как будто бы будет сопутствующая. Вам нужно больше делать акцент не на деньгах, а акцент на том, что вы делаете, как вы делаете. То есть здесь как будто бы, знаете, вот, не знаю, есть художник, который вообще никак не заморачивается о том, как ему продать, например, картину, да. Вот ему нравится рисовать. Вот он как будто бы нарисовал, потом случайно кто-то пришел к нему в гости, увидел, ой, какая классная картина, продаешь, да, продаю. Вот, и оно как будто бы сделка сама собой совершилась. То есть вам не нужно переживать здесь, вы когда начинаете переживать, вы свою энергию, вот эту вот творческую, вы ее сливаете на волнение, на негативный какой-то аспект, и он притягивает к вам вот это много негатива. А вам необходимо быть в ресурсном состоянии, то есть не терять ресурсы на волнение, не сотрясать как будто бы пространство. Поэтому по королю мечей сказано, да, то есть выстроите для себя какую-то стратегию, вот как будто бы вообще не обращайте внимания, да, например, вот если вы работаете, ну вот, допустим, как я, да, таролог, не обращайте внимания на комментарии, не обращайте внимания как будто бы на мнение людей, которые не созвучны вам, просто здесь вот делать свое дело, знаете, это вот как гончар, он просто делает, да, он же не задумывается о том, кто это потом купит, как это будет, как этим будут пользоваться, купят, не купят. Ну, то есть он делает свое дело, вот он, акцент на мастерство, вот вам здесь на об этом говорится.
Что еще вам нужно для того, чтобы реализоваться в этой сфере? Ну вот, четверка жезлов говорит о стабильном состоянии именно позитива. То есть вам все время необходимо быть на позитиве. Вам нельзя скатываться в короля мечей в плане критики, в плане вот какой-то иронии, по тузу кубков волнения, переживания, вот эмоционировать. Вам нельзя это. Вот здесь строго как будто бы запрещено. Вам нужно все время быть в позитиве, думать о чем-то позитивном. Вот прям какую-то вот выстроить для себя модель, что вот я думаю только об этом, да, когда вот что-то негативное приходит в мою жизнь, я это отталкиваю. Если надо что-то выбирать, я выбираю то, что меня наполняет, я выбираю то, что для меня намного легче, проще, я выбираю то, что для меня радостнее, я выбираю взаимодействие, общение с людьми, не похожими на меня. То есть вот здесь прям хочется сказать, очень-очень много позитива надо. Вот такая вот у меня была первая позиция. Так, а теперь это надо собрать. Сейчас, секундочку. Так, мы с вами переходим к позиции номер два, красненькому камешку. Двоечки, смотрим вас. Что за сфера, которую вы для себя здесь выбрали, определили? Девятка пентаклей. Это все, что связано с вами как личностью, да, как таковой. То есть то, в чем вы можете чувствовать себя, с одной стороны, как рыба в воде, с другой стороны, в котором вам вот прям комфортно. Это вот может быть связано с работой над собой. Это может быть сфера, благодаря которой, да, здесь человек как-то развивается. Здесь работа с самим собой. То есть, если это, например, профессия, да, то, что помогает другим людям стать более совершенным, стоять хорошо, плотно на своих ногах, в том числе, может быть, помогает как-то и в финансовом плане. Тройка мечей, да, здесь эта сфера, вот как раз я говорю, здесь вы как будто бы работаете с людьми. С людьми, которые приходят к вам с разбитым сердцем и должны уйти по девятке пентаклей, людьми, которые собрали себя по частям, находятся вот в каком-то таком целостном состоянии, на подъеме. Здесь, как, я не знаю, может быть, ну, к примеру, одна из профессий, да, реаниматора, то есть в реанимации вы работаете, да, человек там пришел в сложном каком-то состоянии здоровья, да, и вы из него сделали нового, хочется сказать, человека. Либо там, я не знаю, костоправы, либо что-то вот мне идет с костями тоже, да, как-то вот, может быть, человек там пришел с всевозможными многократными переломами, да, вот ему как-то оказали первую помощь, и вот он уходит в том состоянии, что через какое-то время, да, он будет здоров. То есть вот вы как будто бы собираете человека заново по частям. То, что когда-то приносило ему боль, это может быть даже, как я уже сказала, и по финансам, да, то есть был какой-то кризис, и человек как-то потерял свои финансы, да, какое-то вот идет восстановление. Возможно, кто-то адвокатом работает, да, то есть после того, как там, не знаю, мужчина, женщина развелись, вот, и находятся в таком достаточно кризисном состоянии, да, вот вы показываете, ну, не знаю, помогаете, например, там, человеку через суд отстоять свое имущество, отстоять себя каким-то образом, да, то есть вот, то есть любая профессия, здесь не могу сказать конкретно, но то, что помогает однозначно, к вам приходит человек с разбитым сердцем, уходит в девятке пентаклей, да, то есть с улыбкой. Хочется сказать, может быть, даже стоматолог. И приходишь с болью зубной, да, уходишь в нормальном таком приподнятом состоянии, когда уже ничего не болит и все хорошо, да. Может быть, даже пластические врачи, да, то есть вот что, то, что способствует преображению от негативного какого-то состояния, причем это связано как-то с душевным состоянием однозначно, да, когда человек проливал какие-то слезы, вот, и ушел, когда вот все у него хорошо, все у него хорошо. Так, а можно ли в этой сфере, которую вы себе загадали, реализоваться?
Отшельник. Десятка кубков. Интересный момент. Здесь как будто, вы знаете, отшельник говорит о бесконечном каком-то поиске. То есть если вы найдете для себя модель, ту, которая будет наполнять вас эмоционально по десятке кубков, то да. То есть если вы выберете в этой работе может случиться выгорание. Вот в этом вся причина, да, по отшельнику. Когда человек идет, что-то начинает делать, искать, помогать. Вот, и в процессе он как будто бы сам запутывается. То есть забывает, а зачем я вообще пришел в эту профессию. То есть такие моменты тоже могут быть. И вот вам для того, чтобы не запутаться в лабиринте, да, и не погрязнуть и вот в этих поисках, и забыть вообще, зачем я сюда пришел, у вас цель должна быть десятка кубков. То есть вам работа должна приносить удовольствие, вам должно приносить вот какой-то эмоциональный подъем, счастье. Вот почему-то мне идет как медицина, я не знаю, ну вот, к примеру, да, там акушер-гинеколог, вот смотришь, да, вроде бы работа-то, ну, не совсем приятная, а когда рождается ребенок, ты вот вспоминаешь, как будто бы, ну, для чего ты работаешь, да, в этой профессии, приносить вот эту, либо проводить душу в новый мир. То есть вот когда смотришь, есть какие-то здесь показывают какие-то нюансы в работе, да, конечный результат, которые придают вам вот эмоциональную наполненность. То есть вы понимаете, что вот не зря было. А вот если вы для себя найдете вот этот вот конечный результат, когда вы будете говорить «не зря было», я не знаю, может быть, допустим, здесь вот как реабилитации, все равно какая-то вот медицина мне идет, веет, там, не знаю, пришли к психологу, да, и через какое-то время вот вы поработали с пациентом, да, и человек уходит, и вот он вам благодарен, он говорит вам приятные слова благодарности в плане того, что вот если не вы, да, то я бы не смог, например, себя собрать. И вот вы понимаете, что именно в этот момент то, что вы делаете, это не зря. Вот это вот состояние, если оно у вас будет как цель, вы будете о нем помнить, постоянно себе напоминать, проживать его как можно чаще, да, то тогда да. Здесь велика опасность вот именно этого отшельника, что либо идет выгорание, либо вам периодически как будто бы нужно будет уходить в себя для того, чтобы наполниться. То есть, опять-таки, если это касается медицины, да, например, то вот когда видишь, когда пациент умирает, это вот как-то может очень сильно повлиять на ваше психологическое состояние, да, то есть вот, не знаю, как будто бы хочется сказать, что вот через какое-то время, конечно же, привыкаешь, да, что это тоже является частью работы, но все равно видеть смерть вот как-то сложно привыкнуть. Вот здесь про это тоже. И вам нужно иметь, я не знаю, как хобби, как какое-то занятие, которое будет для вас как отдушина, да, что вот вы смогли отстраниться, уединиться и наполниться. Может быть, для кого-то семья очень важна здесь, да, семейная какая-то поддержка. Вот когда люди, ну вот вы будете переключаться на них и как-то вот забывать. То есть вам нужно будет периодически свой ресурс пополнять. Что вам нужно для того, чтобы реализоваться вот в этом? Ну вот как раз аркан звезды и колесо фортуны, да. Хочется сказать, что верить вот в свою какую-то звезду, да, верить в свою судьбу. Что вам нужно? Идти. Это надо постоянно идти. Вот быть в каком-то движении, идти по зову своей, как-то, не знаю, по зову своего сердца, что ли. Идти за своей мечтой. Знаете, вот показывают картинку, как... не знаю, какого-то миротворца, не знаю, как мать Тереза, например, какого-то миротворца, то есть человек, который видит очень много боли, человек, который видит очень много смерти, очень много негатива. И
каждый раз, когда вы это видите, вы это проживаете, вы это пропускаете через себя, вы начинаете сопереживать. И это в некоторой степени вас разрушает. И вот вам нужно как-то, не знаю, может быть, вы плачете вместе с человеком. Ну вот что-то вас такое как-то вот цепляет, вот эта вот ваша эмпатичность. И здесь вот то, что я уже говорила, что поможет. Вот вам поможет вот напоминание, ради чего вы это все делаете. Потому что здесь вот действительно хочется сказать, что очень похоже как на какую-то задачу, может быть, как миссию, да. Какая глобальная задача, вы должны себе напоминать, для чего. Вот вас все время должно, потому что очень сложный какой-то здесь путь, и вот вы идете, вы это преодолеваете, вам трудно как-то вот, но есть какая-то звезда, да, которая вот вам светит, вам указывает, куда вам нужно идти. Нужно быть как-то, знаете, вот я говорю, здесь быть очень внимательной, чтобы не выгореть. Потому что колесо фортуны нам показывает вот эти вот циклы. Да, то вверх, то вниз, то спад, то наоборот подъем. Аркан умеренности говорит о том, что нужно быть вот как-то умеренным. Как минимум не впускать себя, в себя вот эти вот проблемы. Не, как это... не сливаться, есть какое-то слово, сейчас не могу вспомнить, не сливаться с проблемой другого человека, вот как будто бы не впускать в себя эту проблему, быть все время вот в какой-то такой нейтральной позиции, не включаться, не сливаться, не помню, какое-то прям слово крутится, не могу вспомнить, вот прям вот про это. Здесь нужно быть очень-очень внимательным и быть как-то, знаете, вот все время находиться в золотой середине. В золотой середине. Вам нравится то, что вот вы выбрали. Просто здесь велика вероятность, как я уже сказала, выгорания. Поэтому будьте внимательны. Здесь либо надо переключаться на что-то, да, либо себя вот бесконечно исцелять. А здесь целительство тоже может быть. И вот может быть болезнь других людей вы как-то через себя пропускаете. А потом вам плохо. Вот вам нужно научиться не впускать эту болезнь. Как-то вот найти другой способ. Не знаю, целительство как-то по-другому. Не знаю, не могу это объяснить. Но золотая середина здесь обязательно должна быть. Здесь интересное, как раз-таки, дело, которое вы выбрали для себя. Напишите, что это за дело. Так, третья позиция троечки, смотрим вас, да, что здесь за сфера, которую вы для себя выбрали для развития. Стойкость, да, здесь как-то с преодолеванием. Когда нужно преодолеть себя, либо вы помогаете другим людям преодолевать себя. Здесь акцент идет на то, чтобы каким-то образом не разрушить себя, наоборот, как-то поддерживать. Может быть, здесь идут какие-то мотивационные моменты. Да, там, например, коучинг, тренерство какое-то. Причем тренерство может быть и в профессиональной сфере, да, то есть спортсмены, не только тренера, там, коучи. То есть ваша сфера здесь связана с преодолением. Преодолением страхов, преодолением себя. Здесь вот могут быть, например, практики, которые там работают, я не знаю, в астрале, там, с чистками, что-то с темными какими-то аспектами, где идет вот какая-то борьба, да, и там, не знаю, хочется сказать, борьба за душу человека, да, и вот вы как-то для себя помогаете человеку быть более уверенным, и спортсмены в том числе, да. Что это за сфера еще? Да, здесь вот как будто бы, может быть, это связано как-то с мотивацией, потому что четверка кубков говорит о какой-то апатии. Вот вы вытаскиваете людей из апатии, из депрессии, двойка кубков. Вы делаете людей более гармоничными.
У меня такое ощущение, что другим вы как будто бы помогаете, но себе помочь вот в этом аспекте, то есть у вас, возможно, тоже аналогичная тема есть, вы не можете. И вот вы как будто бы, работая с людьми, вы через других людей прорабатываете себя параллельно. Да, здесь такое тоже. Какие-то вот разочарования. Привозите людей к какой-то гармонии, баланса. Не знаю, вы не работаете только с одним человеком. Здесь, может быть, работаете с семьями, может быть, работаете с парами. Ну, пара людей приходит. С друзьями. Если это вот какие-то большие компании, да, то какие-то вот, не знаю, может быть, это компания основная и дочерняя. То есть вот здесь какая-то двойственность есть. Ну-ка еще покажите мне, о чем эта сфера. Ну, это связано вот как-то с выбором, да, вот то, что я говорю. Вы помогаете как будто бы людям определиться. Определиться, куда идти, что делать, да. Но для того, чтобы определиться, вам нужно сначала показать человеку эту цель, да, то есть к чему он должен прийти, и потом как будто бы помогаете ему сделать выбор. То есть не просто сделать выбор, а еще и идти по этому пути уверенно. То есть здесь вот идет как поддержка. Хорошо, а можно ли в этой сфере развиваться? Двойка кубков. В чем вторая? Да. Здесь я могу сказать однозначно, что да, вы можете развиваться, двигаться вперед прям достаточно активно, но путь будет через перемены, то есть очень много как будто бы этапов вы будете проходить. Прям, знаете, такой этап, когда, я не знаю, какие-то рубежи будете проходить и говорить, что... Нет, все, либо я бросаю, оставляю, ухожу, либо я иду дальше. То есть очень много рубежей на этом пути. Он как будто бы дробится, дробится, дробится. И вы постоянно двигаетесь. И плюс ко всему сами выбираете. То есть доходите до какого-то рубежа, потом выбираете, надо мне это или нет. И вы идете. И вот я говорю не случайно, что вот вы как будто бы через своих людей, с кем вы взаимодействуете, либо с продуктами, с которыми вы взаимодействуете. Вы через это и себя прорабатываете. Вы узнаете, да, вот я сказала, прорабатываете, верховная жрица вышла. Очень много узнаете о себе, очень много тайн узнаете. Вот здесь вот точно практики проходят. Да? Если в второй позиции целители, то здесь практики. А в первой позиции у меня вот теоретики, как будто бы, если говорить о профессиях. Так, хорошо, что вам нужно для того, чтобы реализоваться в этой сфере? Ну, солнышко, да, и семерка педаклей. Ну, вообще, вам не нужно останавливаться. Здесь важно двигаться вперед, важно брать инициативу на себя, важно периодически светить. Вот вам противопоказано оставаться в тени, вам нужно все время о себе как-то заявлять. Здесь идут лидерские качества, вам нужно показывать себя более, ну, я не знаю, как-то вот, ну, то есть не оставаться в тени, всегда быть на показ. Здесь очень много позитива должно быть, здесь у вас должен быть прям такой ресурс, как говорится, особенно если вы занимаетесь эзотерическими практиками, да, то у любого мага для того, чтобы заниматься магией, у него должно быть очень много энергии. И как минимум он должен быть здоров. То есть если у человека есть какие-то болезни, то ему уже противопоказано заниматься магией, потому что ему не хватит ресурса. Вот здесь вы должны быть все время как будто бы в ресурсном состоянии. По семерке педакли вам нельзя останавливаться, вам нельзя как-то зависать. Вам нельзя как-то вот ставить все на паузу, находить. Здесь, как, знаете, как вот я говорю, как хороший тренер, да, фитнес-тренер. То есть для того, чтобы к вам люди приходили, вы должны себя держать в форме, потому что вы являетесь картиной, стилем, вот этой, как этот,
как тренер, то есть вы свои услуги показываете на себе. То есть если вы не в хорошей форме, да, то к вам, конечно же, как тренеру, да, не запишутся люди, которые хотят похудеть, потому что, глядя на вас, они понимают, что если вы себя не можете привести в форму, да, в порядок, то какая польза у вас, от вас будет мне? То есть вот этот вот стереотип, он присутствует. Да, то есть невозможно учиться, там, я не знаю, как привести в порядок свое тело, да, похудеть, если ты идешь, например, к эндокринологу, либо там, я не знаю, к человеку, не помню, ну, нутрицист, да, люди, которые занимаются правильным питанием, дают диету, да, если он там толстый, ну, некрасивое слово, но просто сейчас я не могу придумать сейчас ничего такого более порядочного, вы меня понимаете. То есть вам все время нужно светить, вам все время нужно быть на позитиве, все время нужно быть активными, проявлять лидерские качества. И вот знаете, вот на этой энергии, на этой волне вы как будто бы будете создавать для себя удачу. И на эту удачу будут приходить к вам люди. Вам категорически, да, нужно уходить. Запрещено вот прям где-то зависать, останавливаться, да. Вам бесконечно надо развиваться, но здесь, знаете, даже не развитие над собой, а здесь какое-то движение. Вот постоянно должна быть вот это вот, хочу сказать, как движуха, не то чтобы суматоха, а вот эта вот бурная какая-то деятельность, активность. Еще одна тройка выпала. Из всей колоды три двойки кубка выпали на вас. Вы должны здесь в первую очередь быть в состоянии любви для себя, быть в гармоничном таком состоянии. Возможно, друзья вам помогут. Здесь надо будет постоянно работать над расширением себя, над расширением своих каких-то знаний. Вот опять-таки, возвращаясь к фитнес-тренингу, да, то есть постоянно надо как-то изучать анатомию, изучать какие-то новые техники, новые тенденции, там, не знаю, новые какие-то подходы. Вот вам постоянно нужно будет работать. То есть нет такого момента, что можно будет сказать, что все, я уже чего-то достиг, я мастер, и на этом все. То есть пока вы здесь даже, понимаете, здесь вопрос не в том, что вы что-то новое изучаете, а здесь вопрос в том, что вот именно вот в этом изучении вы как будто бы создаете движуху. Мне показывает человека, который вообще не останавливается, да, там утром на работу, на одной, вечером на другой работе, я не знаю, в одном фитнес-клубе, вечером в другом фитнес-клубе, там на выходные организовывается где-то на природе, где-то там йога, там разные направления. То есть человек, который вот как-то своей энергией, да, он закручивает эту воронку, и все люди, которые попадают вот в эту воронку движения, да, они притягиваются, и таким образом происходит вот развитие в вашей работе. Как только вы внутри себя останавливаетесь, говорите, а, нету сил, не пойду туда, вот эта вот ваша воронка, она как будто бы застывает и не притягивает уже к вам ваших клиентов. Здесь вот эта воронка, она должна постоянно работать, да, как швейцарские часы, для того, чтобы вот все было как-то вот в потоке. Так, вот такая была третья позиция. Я благодарю вас всех за внимание. В очередной раз благодарю за ваши донаты, за ваши лайки. Если кто-то еще не подписан, подписывайтесь. Да, бывает так, что люди смотрят, вот, и не подписываются, потому что, ну, не знаю, забывают, может быть, не хотят. Вот, это все играет огромную роль для развития канала. А если честно, вот как прям, как по мне, быть максимально открытой и искренней с вами, то вот все вот эти вот фишки технологические, да, по продвижению, все такое, лично для меня они не имеют никакого значения. Почему? Потому что, ну, если человек хочет, он посмотрит. Если человек хочет чем-то заняться, здесь ключевое собственное желание. Если есть желание, человек будет развиваться, будет что-то делать. Напоминать, говорить, просить. Ну, это вот как-то вообще не про меня. Почему? Потому что, наверное, как говорится, нельзя судить людей по себе. Но я все-таки сужу, что когда мне что-то интересно, я это делаю, да, без того, чтобы мне там кто-то что-то напомнил. Вот, там, ну, я не знаю, сели за стол, поели, да, встали, надо напоминать о том, что надо со стола за собой брать, нет. Если человек не хочет, как бы ты ему ни напоминала, он не будет это делать.
А если это есть внутри человека, да, он привык, что вот надо за собой брать, он встанет и уберет. Пускай он не помоет тарелку, да, с ложкой, как говорится, либо с вилкой, но хотя бы в раковину ее положит. То есть тоже совершит какое-то действие. Вот я об этом. Все, прощаюсь с вами, до новых раскладов. Всем пока-пока.